Добрый день, уважаемые жители Самарской области. На сегодняшний день в регионе зафиксировано 6975 случаев новой коронавирусной инфекции. Более половины заболевших, а это 5125 человек, выздоровели. Всего развернуто 3998 коек и более половины коечного фонда в настоящее время свободно. 409 пациентов продолжают лечение в больницах с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, а 837 находятся дома под наблюдением медицинских работников, поликлиник, поскольку у них заболевание протекает в легкой степени и они не нуждаются в госпитализации. Наблюдается устойчивая тенденция к снижению заболеваемости. 1 августа в Нижнем Новгороде министр здравоохранения... Российской Федерации Михаил Альбертович Мурашко провел совещание по вопросам эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции и реализации комплекса мер по снижению смертности от основных причин в субъектах Федерации, входящих в состав Приволжского федерального округа. В совещании принял участие и министр здравоохранения Самарской области Армен Сисакович Бенян. Работа системы здравоохранения нашего региона в период пандемии признана эффективной. В условиях стабилизации эпидемиологической обстановки планируется, что с 1 сентября в штатный режим работы вернутся отделения, отдельные подразделения многопрофильных стационаров, перепрофилированных под инфекционные госпитали. В Тольяттинской городской клинической больнице номер 5 и в Самарской областной клинической больнице имени Середавина. В настоящее время в этих учреждениях проводится подготовка, чтобы обеспечить качественное лечение как и пациентов с новой коронавирусной инфекцией, так и пациентов с другими заболеваниями. Также к началу осени в штатный режим планируют вернуться перепрофилированные федеральные медицинские учреждения. Это ФМБА на территории Тольятти и клиники Самарского государственного медицинского университета. Во второй половине августа в Самарской области начнется прививочная кампания против гриппа. Напомню, основная мера, которая поможет избежать заражения и тяжелого течения инфекционного заболевания, это вакцинация. Первая партия вакцины для детей и взрослых поступит уже в ближайшее время. В короткий срок она будет отгружена медицинской организацией для начала для проведения вакцинации э, населения, относящегося в первую очередь к категории высокого риска заболевания гриппом и неблагоприятных осложнений при этом заболевании. Это Дети с 6 месяцев, школьники, студенты, беременные женщины, взрослые наши граждане старше 60 лет, лица, подлежащие призыву на военную службу, лица с хроническими заболеваниями, а также сотрудники медицинских и образовательных организаций, транспорта и коммунальной сферы. Лица старше 60 лет пациенты с хроническими заболеваниями легких, органов кровообращения, пациенты с излишним весом, сахарным диабетом наиболее подвержены заболеванию гриппом. Кстати, и коронавирусной инфекции тоже. Приглашаю вас в период проведения прививочной кампании обязательно прийти в поликлинику и сделать вакцину от гриппа. Защитить себя от заболевания и грозных осложнений гриппа. Ведь именно тяжелое течение гриппа и его осложнение наблюдается у непривитых граждан. Я хочу здесь остановиться и немного рассказать вам о ситуации. Я много раз сталкивался с тем, что э, мамы маленьких детей, взрослые люди, достаточно иронично, скептично, а иногда, так сказать, по-диссидентски относятся к любым видам прививок. И, в первую очередь, к наиболее массовой, такой как прививка от гриппа. Могу вас уверить, ваше отношение, оно жизнью не подтверждается. Смею вас уверить, что в тех случаях, когда мы наблюдали у наших пациентов, находящихся в нашей больнице, с гриппом, и если у них наблюдалось тяжелое течение гриппа, которое осложнялось присоединением пневмонии, полиорганной недостаточности, повышенной свертываемости крови внутри сосуда, это все пациенты были всегда непривитые. Практически мы не встречаем тяжелого или летального исхода э, гриппа у пациентов привитых. Да, можно заболеть гриппом, но заболевание будет протекать без осложнений. Даже если будет 39 и несколько дней. Но это никогда не закончится э, тяжелыми осложнениями или смертью. Поэтому относиться к этой проблеме, к прививкам, очень надо внимательно и доверять медицинским работникам. О чем также надо сказать? Мы предполагаем вторую волну коронавируса. Чуть позже я скажу об этом. Так вот, если человека будет неприв... человек будет не привит от гриппа, у него возникнет грипп. И если на этом фоне, а никто от этого не застрахован, еще и наслоится коронавирусная инфекция, я практически уверен, что это будет сопровождаться очень тяжелым и ему вполне возможно <coughs> очень... Гру грустными, э, грозными осложнениями. Поэтому призываю вас привиться. Наша задача привить 90% тех, кто нуждается и кому показана прививка. Хочу также обратиться к руководителям предприятий, организаций, любой формы собственности. Я призываю вас принять активное участие в сезонной вакцинации против гриппа и пневмонии среди своих сотрудников за счет собственных средств, что позволит защитить не относящиеся к группам риска, кому государство выделяет бесплатные вакцины, эту группу риска, работающее население, защитить от гриппа и увеличить иммунную прослойку против гриппа и пневмококковой инфекции. Не только на вашем предприятии, а в целом по области. Прививочная кампания давно доказала свою эффективность, и вакцинация безусловно, лучший способ защиты от многих опасных заболеваний, в том числе гриппа или его осложнений. Несколько слов о возможной прививочной кампании от коронавирусной инфекции. Как мы знаем, об этом уже было сказано на совещании у нашего президента Владимира Владимировича Путина, вышла на второй этап клинических испытаний вакцина, сделанная институтом Гамалея и центром прямых инвестиций российских есть вакцина, которая разрабатывается компания НПО научно-производственным объединением Вектор. Еще две компании в Российской Федерации работают над производством вакцин. Американцы серьезно продвинулись, французы серьезно продвинулись, совместно со с Швейцарией и с Германией. Весь мир работает над созданием вакцин. Технологии разные. Наверное, со временем Будет понятно, какая наиболее эффективна. Хотя практика показывает на примере вакцины от гриппа, что фактически эффективность вакцины, сделанной в России или, например, во Франции, они сопоставимы. Но наша действительно всегда дешевле. Поэтому мы с нетерпением ждем, что очередная этап испытаний, будет даст положительные результаты, мы увидим высокий титр антител после прививки и увидим, что способность организма защититься при встрече с коронавирусной инфекцией будет значительно более высокой, чем мы сегодня имеем. Хочется также сказать и часто задают вопросы о том, ждать ли нам вторую волну коронавирусной инфекции. Мы видим уже в Европе, в Испании, во Франции, в Германии, во многих странах, в странах Восточной Европы, рост количества выявленных случаев. И надо сказать, что динамика отрицательная. Все больше и больше таких случаев каждый день фиксируется в этих странах. О чем это говорит? Это говорит о том, безусловно, это начало второй волны. Вторая волна пришла после того, как были сняты серьезные карантинные мероприятия. Наше государство, правительство Российской Федерации, субъект Федерации, губернатор, последовательно, исходя из эпидемиологической ситуации, снижает, снижает те или иные э, противоэпидемические мероприятия. Вы посмотрите, насколько сегодня, э, как изменилась наша жизнь по сравнению с тем, что у нас было в мае, тем, что было в начале июня. Но от нас зависит, от нас зависит, будет ли вторая волна. Напрямую говорю, если мы с вами будем исполнять самые простые вещи, ношение масок, и обработка рук. Мы с вами сможем избежать, я это абсолютно заявляю, сможем избежать второй волны коронавирусной инфекции. Но если мы этого делать не будем, и у нас возникнет вторая волна, нам неизбежно, никуда не деться, нам придется вновь вводить серьезные карантинные мероприятия, опять закрывать, перепрофилировать больницы. И это все серьезные и серьезные последствия и для экономики, и для наших пациентов. Поэтому призываю вас в очередной раз не пренебрегайте. Если вы в маске и ваш собеседник в маске, фактически вы на 100% можете быть уверены, что вы не заразились, даже если кто-то из вас уже болен, но об этом не подозревает. Я желаю вам радости и здоровья. Берегите себя. И берегите себя – это самый простой сегодня способ сберечь. Оденьте маску. Всего доброго.